Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 22 июля 2023 года, 8 часов утра, тихо, спокойно. Вон, видите, не достали вишни, мы на самом-самом верху. Не передаст, наверное, камера, а может и передаст. У нас в этом году в огороде очень много грибов. Были поганки, сын косил, их скосил. Но вот это появилось чудо, на поганку не похож. Иду и чуть его не сбила. Вот они растут. Не, это не поганки. Поганки сын все скосил. Были эти. А это вот, мои дорогие друзья, шампиньоны. Не может быть. Посмотрите. Головки, как у шампиньонов. Или поганка. Он похож на шампиньон. А пахнет натуральным вкусным грибом. Может, это ложный какой шампиньон. Вырву. Да этот на поганку похож. Благоприятные условия для грибов. Я поленилась снять видео, но вот здесь вот целое семейство желтых у меня грибочков сидело. А теперь появились и беленькие. Все руки помыть, а то еще отравлюсь. То еще отравлюсь. Но ножка толстая. У поганки, вот она поганка, посмотрите, тоненькая какая ножечка. А это толстая ножка. Какая, а? Ну вот, кто мне что подскажет? На шампиньон похож. Шампиньон это или поганка? Выброшу в помойку. Жалко. Не в помойку, а компостную кучу. У меня там ничего нету помойного. Там у меня одна трава. На следующий год я на этой компостной куче посажу картошку. Вот. Жалко выбрасывать, мои дорогие друзья, эту красоту. Очень даже жалко. Но я шампиньоны, даже и настоящие шампиньоны, боюсь укушать. Я лучше куплю их в магазине. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала вам эту вот красоту, что у меня неизвестно растет, подозревая на шампиньон. Пока!